та фракция, которая подверглась тоже значительной степени нерфа за момент редакции. В первую очередь, на удивление, не по ценам, а по правилам. Добро пожаловать в студию, в эфире новости, и с вами, как всегда, здесь одинокий Михаил. Но будем надеяться, это ненадолго, Денис у нас скоро придет в порядок, но об этом чуть попозже. И для начала сразу же у нас, как всегда, предзаказики. Ну и, конечно, предзаказы у нас здесь что? Это те самые малинчики, про которых мы уже рассказывали, в принципе, не один выпуск новостей, и не два, и не три, и не десять, а возможно и больше. Конечно же, это сам кодекс, кубасики, прочие всякие вот эти вот принадлежности. Помимо этого у нас еще и наборчики. Это Летеха у нас в блистере, Капитанчик на джампаке, Капеланчик в термоарморе, Терминаторики в коробочке. Почему я говорю во всех в уменьшительно ласкательном, я не знаю. Company Heroes наши, Штенгарды, Дизоляторы наконец-таки в отдельной коробке, Джампакеры, Бруталист Дредноут, ну и вот это прочее наше все. Уже про них обсуждали миллион раз, красиво, классно все. Уже ГВ, в принципе, показывала нам и статьи по поводу них. Тут они опять выкатили там статью про дизайн, если интересно, можете почитать, как они там дизайнили этих маров. Плюс, например, у них там выходили статьи по вариантам покраски этих капитанов. Я все еще считаю, что капитан получился какой-то не особо невзрачный. Просто невзрачный получился капитан, короче, грустный капитан получился немного. Но, тем не менее, что есть, то есть, мы уже ждали этого релиза миллион лет, наконец-таки он, собственно, к нам приходит, будем посмотреть. Ну и сейчас мы попозже еще потом пообсуждаем, что, собственно, нам ждать в этом кодексе, ну и конкретно в этих коробочках. Также, Next Week, и Next Week у нас в основном идет под эгидой чего? Warhammer Underworlds. Две коробочки, про которые уже говорилось, собственно, новая коробка — это как раз люминеты, и сланишиты, и старая-старая уже древняя коробочка, к которой там все привыкли, плюс варкрафтские наборчики, наборчики этих недотроллей против людишек из городов Сигмара, даже с кусочком Тирейна. Ну, на самом деле, неплохой стартовый набор. Вопрос, правда, цены в первую очередь. Типа, не знаю, насколько это более-менее ли адекватно, но приятненько все равно выглядит. Банда сраных кривых орков, правда, еще и с макаками. Знаете, большинство видов обезьян меня пугают. Вот самое страшное для меня банда, если я когда-то буду играть в Warhammer Underworlds, не используйте, пожалуйста, против меня ее. Не хочу против них играть. Полуголые гномики, про которых я рассказывал. Правда, кстати, по-моему, я забыл рассказать, что у них классный дракончик есть, который максимально символизирует собой вот этот вот самый мем, который был популярен, не знаю сколько, несколько месяцев уже назад, может полгода, я уже забыл, где какой же он... Вот этот вот дракон просто, какой же он, типа, жирненький такой, прям хочется его потискать, красивый шна. И Тирейн для Варкрая, естественно. Плюс там по всякой по мелочи, но это уже ладненько. Переходим к новостям канала и коммунити. Что вам будет посмотреть на этой недельке? Ну, самое главное, это у нас завершение пасты ереси. Вот что. На предыдущей неделе, кто не посмотрел, можете уже посмотреть, последний репорт вышел у нас из этой серии. А на этой недельке уже будет заключительный эпизод, в котором мы рассказываем итоги пасты ереси. Ну и если вас интересует, конечно, а что же дальше? У нас пятый сезон пасты начинается. По идее, еще через неделю уже будут первые выпуски. А может, и не будет, как получится. Ладно, нет, шутка, они будут, будут точно. Помимо этого, конечно же, будут всякие обзоры. У нас не так много фракций осталось обозреть, наконец-таки. Также маленький спойлер, мы причем еще об этом поговорим, конечно, но на Вахопедии вышел кодекс Тиранит, и, скорее всего, ну, в относительно ближайшее время я постараюсь снять его все-таки обзорчик. Также напоминаю, что в эту субботу у нас состоится очередной этап Спарка, 7 числа, да, можете регистрироваться. К сожалению, на этот этап у нас ограниченное количество мест, так что если кто-то у нас там запаздывает, быстрее лучше регистрируйтесь, потому что, к сожалению, все, скорее всего, у нас не влезут. Так что там пишите, если есть места, конечно же, мы вас дозарегаем. И также, конечно же, новость, что произошло у нас на гач-секунду с последним этапе. Главное, что произошло, это то, что имперцев смогли поджать вообще практически по всем углам. У нас имперцев так вот скукожило. Некроны с южного, юго-западного фронта смогли поджать у нас немножко империю. У
но самое главное, наконец-таки, тираниды и вотаны, которые долгое время отступали от Империума просто квартал за кварталом, наконец-таки докопали свои туннели, выкопались точно в середине рядов имперцев и захватили два сектора у них прямо-прямо в центре. Теперь будем смотреть, могут ли имперцы вообще отбиться там из самого этого центра или забьют болт на этих вот уродов, выпавших из-под земли. Ну, а ребята продолжат дальше копать. Хотите присоединиться к этому безумию? Регистрируйтесь на Spark. Также это у нас не все еще новости коммунити, потому что у нас, собственно, что еще происходит. Во-первых, стартует сезон, новый 17-й сезон, если я правильно помню, да, Лиги Blood Bowl в Москве. Так что тоже можете принять в этом участие. И также на обновление в Ахопедии. У нас что обновилось? Добавлено 5 фракций. Это у нас Death Guard, Dark Angels, Орки, Adeptus Custodes и Adeptus Mechanicus. Помимо этого, добавлен кодекс тиранидов. Да, можете уже смотреть. Крусейда там пока нет, но, в принципе, сами правила уже есть, так что уже радуемся. Плюс к этому же в инфолистах теперь есть стратагемочки и энчантменты в соответствии с кейвордами, которые там есть. Очень удобная штука. Ну, кто использовал, собственно, Вахопедию в 9-й редакции, помнит, было очень удобно смотреть по стратагемам. Да, там были некоторые багулины, которых там не отображалось, но, собственно, для этого можно писать баг-репорт, собственно, что у вас там что-то не отображается, чтобы это добавили. И да, теперь гораздо удобнее будет быстренько проверять, что там у вас можно куда повесить из энчантментов или кинуть из стратагем. Это прям приятненько. Так что ждем, как всегда, дальнейших обновлений. Но это еще не все, потому что в лучшей системе обновились Battletome Cities of Sigmar. Аосик, мы с вами. Далее переходим к интересной такой вот новости, как опять Марины, да. Как раз речь о новом релизе. ГВ нам показала литнички. Собственно, всех вот этих вот наборчиков, которые мы сейчас можем предзаказывать. И что можно тут сказать? Ну, на самом деле, некоторые наборы прикольные, но некоторые такие себе. Давайте начали с таких себе. Это все еще Капитан Марский, это я считаю. То есть, сам по себе набор неплохой, то есть все нормально там компилируется, ноги нормально компилируются, составляется. Ноги нормально там между собой отдельными частями являются, там руки отдельной части, все, то есть это не такой прям монопост какой-то дикий, ну, в принципе, сложно ему придать другую позу, но при этом все-таки как-то ручки там, ножки, ну, точнее, ручки мы можем подвигать, да, да и деталей там не так уж и мало, это, конечно, прикольно, но все еще по дизайну он какой-то слишком невзрачный, как по мне, получился. Но, конечно, два топовейших набора, я считаю, это, конечно же, во-первых, штырны. Ты смотришь на них просто и такой: о боже мой, эти комбики, больше этих комбиков, ГВ, давай. А как же они круто выглядят, просто такие здоровенные, вот такие прям ух. Ну, круто просто выглядит. Кто не любит большие пушки? Вот давайте, ставь плюс в комментарии, если любишь здоровенные стволы. И я имею в виду, конечно же, про пушки. Помимо этого, офигительно еще и выглядят, конечно, оказались команд сквад. Ну, я буду называть команд сквад, это Hero Squad, хрен бы с ним, ГВ придумала какие-то дебильные названия. Ну и ладно. Выглядит очень прикольно. Все-таки мужички вот на этом на этих литниках. Heavy Bolter, я, конечно, уже и свою оду любви к Heavy Bolter излагал в предыдущих выпуске новостей, но все еще круто выглядит. Ну и сами ребята, все-таки и позы у них прикольные, и детализация у них классная, и на самом деле они выглядят более украшенными, чем капитан вот этот джампаки. Так что в этом плане прям наборчики приятненькие. Ну а терминаторы есть терминаторы. Здоровые, классные тоже, мужики здоровые. Ну а всяких дизоляторов мы, собственно, и так уже видели, тут не особо что-то интересного есть у нас, поэтому как бы и хрен бы с ним. Помимо этого, у нас по поводу Кодекса Маров, по сути, уже вышли обзорчики от западных ютуберов, которых там можно было посмотреть отдельные штуки, и можно как раз поговорить про изменения. Во-первых, про изменения, ну, детачментов мы не будем говорить, потому что мы уже это обсуждали несколько выпусков подряд, и хрен бы с ним. Касательно юнитов, как бы ожидаемо, практически изменений толком нету, за исключением одного большого «но», о котором мы поговорим попозже. Но если мы сейчас об этом абстрагируемся, то да, как и говорилось, это как и Кодекс Тиранид. Я понял, да, правильно кто-то замечал в комментариях, игроки Замаров, видимо, ожидали, что у них будет не как у Тиранид, или не смотрели просто Кодекс Тиранид, потому что, да, в Кодексе Тиранид, собственно, было так же мало достаточно новых правил. По сути, детачменты — это самые главные правила, которые добавились. Да, немножко новых юнитов, но по большей части все юниты, которые были, они остались такими, какими были, там, кроме минорных каких-то твиков. Из интересных штук, вроде как, это, например, вот эти у нас команд склад этот новый, у мужиков там в этом команд у каждого по 4 вунды, то есть такие жирные-жирничи. Но, правда, есть такой у них своеобразный дробэк, если вы суете туда чарактера, то тогда они теряют каждый по раночке. Что, ну, в принципе,
местами даже логично, потому что, ну, слишком жирноватый юнит получается все-таки из такой толпы этих чуваков, и оружие у них тоже не совсем стандартное. Из интересного, например, Heavy Bolter у них будет, типа, крутой улучшенный, поэтому там будет третий дамаг. Ну, собственно, как мы привыкли видеть, что у чаракторов, например, каких-нибудь не просто ПВХ, а ПВХ, у которой, типа, второй дамаг. Ну, все в таком же ключе будет у ребят сделано, то есть такая кучка чаракторов условных у нас будет. Да, у нас есть уже, в принципе, практически вся информация по всему кодексу, разбирать, мне кажется, особо смысла нет, лучше уже дождитесь обзора, тогда мы его запишем вам, ну и, собственно, посмотрите, что там у Маров появилось. Ну, на самом деле, появилось, справедливость ради, там детачменты и стратегемки в основном, немножко новых юнитов. Но из интересного я вам предлагаю такой момент обсудить, как то, что, а что у нас не появилось в кодексе, а что у нас убрали из кодекса. Потому что на самом деле добавилось не так-то много юнитов, а вот пропало достаточно много. Собственно, если вы не хотите пересматривать все эти 25 тысяч миллионов роликов часовых там на английском языке про поводу обзоров сейчас, и вам не хочется в это лезть, можете открыть, например, статью, которая выходила на прошлой недельке, в которой, собственно, там говорилось про кодекс Маров, и там же можно было увидеть, собственно, оглавление по юнитам. Там. Собственно, там вообще оглавление все можно было увидеть, и увидеть, собственно, что там, да, количество юнитов у нас сильно подпросело у Маров. С одной стороны, я могу сказать, что это, конечно, хорошо, потому что, ну, все-таки Мары кодекс, который просто разбухал и не переставал разбухать просто вот до ужаса какого-то. Он просто больше и больше становился. Это, конечно, ну, был минус, и, например, многие жалуют, что Маров невозможно собрать, потому что Маров собираешь, и их постоянно новых выпускают. Ну, как бы, вы должны учитывать, когда вы как бы фракцию себе выбираете это. Но подтвердились, собственно, те самые слухи, которые у нас были давно, что очень-очень много юнитов повылетало из кодекса. Причем, да, логика вылета некоторых юнитов просто феноменальная. Ну, например, справедливость ради, некоторые юниты повылетали, которые, ну и как бы хрен бы с ним. Например, Карлан Техмар вроде как вылетел, и, кстати, сервиторы вместе с ним вылетели, но остался у нас Примарис Техмар. Но справедливость ради, он теперь просто называется Техмарин. То есть, как бы, да, та самая штука, про которую мы говорили, недавно у нас ролик на канале выходил, что вот этот вот выход Примарисов, это по сути, потому что это просто рескин, а не что-то у нас такое невероятно новое. И вот все к этому рескину постепенно теперь идет, потому что у нас, например, тот же Апотекарий, это теперь не Примарис Апотекарий, а просто Апотекарий, а Карлика Апотекария просто убрали, потому что это буквально теперь одна и та же модель у нас, видимо, по мнению ГВ. Ну, окей, сделали и сделали, это как бы мы ожидали, и тут плохого я ничего на самом деле не вижу. Мне кажется, лучше вот это именно скукоживать несколько моделей в один профиль, в этом проблемы нет, это как бы спасибо ГВ на этом. Но начинаются вот эти более тонкие моменты. А что у нас происходит, например, с байкерами? Байкеры, карланы вылетели у нас. Справедливости ради, старинный набор, и как бы хрен бы с ним, туда им и дорога. Но, напоминаю, ГВ нам рекомендовал их использовать как аутрайдеров. Но у меня вопрос ГВ. Внимание, а как мне использовать их как аутрайдеров, если у них разные базы? Или мне переставлять их на новые базы? Или мне нельзя их переставлять на новые базы? Вот я не понимаю. Мне кажется, здесь нужна какая-то вот инструкция, пояснение. Damage control какой-то, ГВ, пожалуйста, предъявите, как бы. Алло, ГВ, я звоню тебе прямо по телефону сейчас. Кстати, ой, сейчас в ухо сейчас я наорал. Ну, то есть, как бы, хотелось бы, чтобы все-таки, как бы, нам указали, ну, типа, не просто мы, ну, вот используйте, а как? А вот хрен знает как, используйте как хотите. Может быть, это стоит сделать более адекватно, ГВ, ты как бы объяснишь нам, что с этим делать, но более, конечно, странные ситуации у нас, типа, например, не таких юнитов, вот, которые хотя бы понятно, как использовать, или, например, скаутов, типа, два отряда скаутов выпали, а новые скауты, как бы, даже появиться, окей, мы это поняли. Но, например, что делать с лендспидерами? Вот у нас повылетали все лендспидеры. Мне что, их использовать как штормспидеры? Но они меньше штормспидера раза в три. Они маленькие, база у них не та. Типа, я что, типа, серьезно вы это предлагаете мне? Или что? Или что это должно быть? Не понимаю, короче, вот это, типа, поясни мне, ГВ, давай, вот, типа, возьми, я купил эти коробки, поясни мне, что мне с ними делать. Кроме, помимо того, что засунуть себе их в очко, потому что, напоминаю, там все еще 120 дронов с предыдущей редакции сидят, и мне их все еще никак не за тау не применить. Так что, пожалуйста, мне нужна инструкция, ГВ, вот, типа, алло, да что так больно уху-то? Вот, короче, алло, ГВ, ну, пожалуйста, объясните. Но при этом еще и возникают вопросы другие, потому что на самом деле повыпадали, да, те юниты, про которые мы опять же говорили, но которым объяснений вообще уже очень мало. Типа, например, у нас, ну да, как мы и говорили, слухи это подтвердились, Хантер и Сталкер вылетели из кодекса. Окей, ГВ, вы считаете, что это старые наборы, которые более неактуальны, да? Но почему тогда Виндикатор, Розербек,
Predator, да и даже Ring. Ну ладно, Ring не считаем, она все-таки у нас здесь образующий вид. Все еще здесь находится. Потому что, напоминаю, это гораздо более старые наборы, чем вот этот вот. Или ВГВ предлагаете нам использовать ересевые коробки. Но в ересевом предаторе нет того вооружения, которое есть у этого предатора. Что? Что, ГВ? Вот что ты хочешь этим сказать? Ты хочешь этим сказать, типа, это крик о помощи? Типа, или кому-то плохо? И кто-то такой, типа, давайте просто вычеркнем юнит вот. Вот, типа, могу и вычеркиваю. Вот хочу. Типа, вот почему остается Виндикатор, но выкидывает Хантер Сталкер? И это я ору не потому, что, конечно же, у меня стоит Хантер здесь на полке. Нет. Нет, ну ладно, поэтому тоже. Нет, ну типа, предположу, что дадут легенды, но какая-то логика. Можно нам немножко, как бы, открытости. Маленькая инди-компания ГВ. Она же не крупная корпорация, она маленькая инди-компания. Может, маленькая инди-компания будет общаться с своим коммунити хоть немножко поплотнее и объяснит логику своих вот этих вот дебильных действий. Зачем выкидывать что-то типа более новое, но зато оставлять что-то более старое? Ну, честно, ну вы собирали предатора? Вот кто, давайте, напишите в комментариях, кто собирал предатора. Ну, склейте вот эти две половинки пушки, автопушки. Это же ужас какой-то. Он кривое, косое все. Ну, типа, ну это старый уже пластик, божечки мои. Но Hunter Stalker вам что сделали? Ну, это новые наборы. Это, знаете, это сейчас вот если переплюнет это все, если сейчас ГВ возьмет, выпустит, например, Кодекс Гвардии, если вот сейчас, я понимаю, где-нибудь сидят у нас люди такие, не понимая вот маров, да, то есть там играя за другие фракции. Ну, вот у нас много игроков за Гвардию, да, и представьте, вот выходит ваш Кодекс, а у вас отбирают, например, Гидру и Виверну. Вот почему-то. Вроде новая коробка, да, но выглядит неплохо, красивая такая, да, вам нравится. По правилам, конечно, обычно оно все еще последней редакции такое себе, но прикольное же, да, и хочется иногда поиспользовать. А ГВ такой, нет, мы убираем этот набор. Почему? Да просто, вот просто. Василек и Мантикору мы оставим, это старые коробки говеные, но ты их используй. А вот эти новые, не используй, не надо тебе это. Ты вот это прекрати, зачем тебе это нужно? Зачем, ГВ, вот типа, ну камон, ну вот типа, что вы делаете? Вот с вами все в порядке. Причем... Рядом же находятся вот вполне логичные вещи. Вот мы смотрим на тиранид, которые вышли. Помимо новых наборов, они все-таки все старые вот эти всратые наборы. Да, меняется где-то дизайн очень сильно, типа пироворов каких-нибудь. Окей, старые модели вообще не узнаются на самом деле в новых. Но они прикольно выглядят, мне нравятся эти пауканы. Но тут хотя бы понятно, вот ты смотришь игрок за тиранидов, такой, окей, у меня были старые наборы, мне его перевыпустили, спасибо, ГВ, классно. При этом еще и новых отсыпают. Смотрим на маринах, которые как бы лицо вашей фракции, а вы берете и отбираете. И кто-то скажет, ну Михаил, ну нет, ну типа человек же может там, например, увидит в магазине их и все еще пойдет купить. Так они же их с продажи снимут, они же умные как бы, они же такие, о, мы гении тактики, мы вот предатор уберем, а зато Хантер, точнее наоборот, Хантер оставим, этот уберем, короче, точнее, все перепутал. При том, что я совсем здесь не понимаю логики, потому что, смотрите, я понимаю, например, вылет лендспидеров, предположим, да, например, окей, здесь можно как-то притянуть то, что вылетают лендспидеры, потому что их заменяют штормспидеры. Окей, не совсем равнозначные все-таки по себе юниты, все-таки тот гораздо как бы легче был, тот тяжелее, но неважно. Что-то в них общее есть, окей, понятно. Но почему, например, у нас появился гладиатор, но предатор не исчезает? Юниты, вот чисто концептуально, это одно и то же. Это просто, обычный танк. Просто кирпич, который едет и стреляет. Нет. Ландрейдеры у нас тоже остаются все еще. Ну, я все еще рад, что они остаются. Это не призыв к тому, что их убрать. Нет, но просто вот пытаюсь понять логику. Ландрейдеры у нас остаются, но при этом репульсоры у нас тоже уже есть. Типа, окей. Да? И тут неожиданно Хантер и Сталкер. Противовоздушные юниты, которых у примарисов нету. Но их убирают. В чем здесь логика? Мне Митродоров на эту вот риторику заявил, что логично, смотри, они нерфят самолеты. Самолет сейчас в игре «Справедливость ради» вообще не используется, поэтому мы убираем антисамолеты. Логика безупречна, ГВ. Убить один тип юнитов, чтобы убрать другие юниты из игры. Тогда как бы снимаю шляпу. Безупречное решение, просто вот типа опыт, этот шляпу взял и снял с головы, типа, да. Outstanding move, 10 из 10, 300 IQ, просто стратка. Никто не смог уже понять больше, вот типа, как бы зачем это делается. Мне вот интересно тоже, опять же, напишите в комментариях ваши теории, какого хрена здесь происходит. Вот, то есть, типа, нет логики вообще здесь, какие юниты убирать, а какие нет. Вот, типа, зачем это происходит? Тем более, вот смотрите, Верлвинд остался. И вот Верлвинд, я понимаю, почему остается. Хоть и набор, ну, не самый старый, но не самый новый. Но Верлвинд, логично.
нету индиректа у примарисов никакого. Тем более техмара убрали у нас с ТФКшкой, так что тем более логично, да, у нас остается хоть какой-то, чтобы индирект был, да, окей, есть Whirlwind. И ты смотришь, ну логично, его не уберут, пока примарисов не добавят. А другими наборами что? Вот типа антифлай, типа... По поводу отдельного решения, напомню вам по поводу самой outstanding move, это мне дредноутами нравится, то, что ГВ как бы убрала веник дредноут из кодекса, но при этом с продажи его не сняли, а сняли от обычного дредноута с продажи. То есть как бы вы оставляете одну миньку в кодексе, а в продаже другую. Чтобы что, ГВ? Это что-то, опять же, это какой-то вот типа шифр. Возможно, просто никто еще не понял. Нам надо на какие-то, знаете, наверное, на какой-нибудь... Не, не на Reddit, набрать какой-нибудь там два что-то эти вот имиджборды, вкидывать эту вот фигню, все. Может быть, там как раз вот обычно хорошо люди, которые разбираются во всяком шифровании, находятся время, которые любят какие-то теории заговора, они вам все разберут. Возможно, нам надо вот эту всю концепцию ГВшных релизов выложить туда, и чтобы люди из этого что-то поняли. Они вам скажут, просто компания... Ладно, едем дальше. Ну и в завершении у нас такая маленькая новость, заключающаяся в том, что вы думали, в том, что выходит для Эпика дроп-под. Маленький, маюсенький дроп-подик. Ну как бы, окей, выглядит норм. Спасибо, ГВ. И опять понедельничная новость от ГВ, свеженькая. Это у нас Некромунд-очка. Прикольная женщина-псайкер, орущая, как всегда. Ну, прикольно, на самом деле, сделано. Очень мне нравится, на самом деле, куртец, если с обратной стороны смотреть, вот с задней стороны миньки. Прям красиво, красиво. И также прикольные ботики. Тоже красивенькие, забавненькие. До каких-нибудь даркмехов я себе использовал. И апгрейд пачек у нас для самых обновляемых, по-моему, как по мне, ребят. Но они, ладно, красивые, футуристичные, люблю их. Вот такие вот у нас новости, простите, что коротенькие. Обещаем вам, следующие, скорее всего, будут быстрее, потому что Денис, если что, передает вам, что он выздоравливает у нас постепенно. Следующие новости мы попробуем снять уже вместе. Надеюсь, горло Дениса будет восстанавливаться. Он уже вам первый репортик даже снял, даже будучи болезненным. Так что ждите, скоро возвращение деда произойдет, и мы будем вам сидеть дольше на новостях. Вот, а на этом все. Берегите себя и свои миньки. Пока. Ты лайк поставил и подпишись.